Друзья, всем привет! Вы на канале Гарик Талисман ТВ, и сегодня у нас для вас очередная порция эксклюзивчика, поэтому ставьте лайк и погнали! Появилась информация об алкоголизме Марины Федункив. Оказалось, что из-за неудач в личной жизни артистка прикладывалась неоднократно к бутылке. К счастью, в конце концов ей удалось преодолеть пагубную зависимость. Около месяца назад российская актриса и певица Марина Федункив сыграла свадьбу. Избранником звезды сериала «Реальные пацаны» и другие стал итальянец Стефано Маджи. До этого Марина Гавриловна была несчастна в личной жизни. Первый муж Сергей Щелчков изменял ей, а второй выбивал деньги на наркотики. В интервью одной из программ Марина призналась, что часто пыталась утопить горе в бутылке. Она говорит: «Бывало такое, что я выпивала, но это утопия, потому что еще хуже становилось. Для меня это не было спасением. Я давала волю эмоциям, а эмоции у меня были не самые радужные. И я еще больше рыдала и загружалась. Я понимала, что так себя закопаю. То есть этот метод был не для меня». Как оказалось, наиболее тяжело Федункив переживала сожительство с предпринимателем-наркоманом. Подонок в наркотическом угаре регулярно устраивал супруге ад, а также выбивал у нее деньги на новую дозу. Тем не менее, артистка прожила с бизнесменом 13 лет. Наиболее сложным, как признается Марина, было выходить на сцену и шутить, в то время как на душе скребли кошки. Мягко скажем, это было не очень время, когда дома ад происходит, а нужно приходить и нести людям позитив. Когда ты приходишь с камнем на душе, а тебе нужно юморить, вот это сложная задача. К счастью поклонников и фанатов, сейчас Марина обрела счастье и расцвела, как весенний цветок. А с вами был канал Гарик Талисман ТВ. До скорых встреч. Пока-пока.